Здравствуйте! С вами мой дом Крым канал и я Ольга. Сегодня нахожусь возле городской больницы. Немножко покажу вам нашу больницу. Что я сегодня тут делаю? Значит, прохожу я медкомиссию. Медкомиссия проходится, прохожу на работу платную. И немножко хочу поделиться, как это все вообще происходит. Ну, сказать, что это легко, нет, это хождение, конечно, по мукам. На прошлой неделе не могла никак взять документы для прохождения комиссии, потому что человек был в отпуске, которая выдает направление всем по врачам, бегунки, медицинскую карту. Поэтому удалось мне все получить на руки только начало этой недели. И то это после праздника, то есть 10 числа, в среду. У меня были на руках уже все корешки. У меня была проплачена комиссия. И получается, где-то на прошлой неделе я единственное, что сделала, это прошла флюорографию. Флюорография — это вообще без проблем. Приходишь с утра, тебя снимок сделали, на следующей неделе пришел, забрал результат, и все. Она бесплатная, проблем никаких нет. Вот все остальное, получается, надо побегать. Платная медкомиссия проходит с 2 часов до 3. За это время нужно успеть поздавать анализы, пошли обойти всех врачей. За час, как правило, это не успевается. Бывает еще такая ситуация, когда, вот, например, человек отпросился, его просто нет на месте. Но не все врачи еще принимают с 2 до 3. Есть врачи, которые принимают в обычное время свое. И это время, конечно же, не совпадает с прохождением медосмотра. То есть какие-то до 12 часов дня принимают, какие-то до часу дня. И получается, день разбит по кусочкам. Вот, в общем, большую часть я вчера врачей прошла. Это был третий день конкретно, когда я занималась. Уже начала после прохождения. И сегодня закончила уже оставшихся проходить, которые с утра принимают. И теперь вот с 11 часов утра мне нужно до 2 часов дня гулять, чтобы попасть все-таки на заключение. Надеюсь, сегодня я получу заключение, надеюсь, я все-таки трудоустроюсь. Я просто меняю работу, поэтому мне нужна комиссия. Вот. С одной работы я уже официально ушла 10 числа. И вот 11, 12 я как бы официально еще в воздухе. Покажу вам немножко больницу. Вот за мной, в принципе, вот эти здания. Ремонт проводился здесь последний раз лет 10 назад. Причем капитальный ремонт. Что-то уже где-то там немножко отваливается. Но в целом больница в очень хорошем состоянии. Плитка вокруг больницы. Ну, это задняя часть. Конечно, плитки никакой нет. Старые дорожки. А спереди там, получается, у нас плиточка лежит. Единственное, что мне очень не нравится в этом ремонте, что была закуплена дешевая плитка, и она сейчас рассыпается. Тем, кто ходит на каблуках, ну, очень неудобно. Вот это у нас здание стационара. Вот там вот у нас находится скорая помощь. Палаты, конечно, в очень хорошем состоянии. Сделаны и душевые, и туалеты. Полностью модернизирована, конечно, больница. Родильное отделение здесь. Я сама 2 детей здесь рожала. Ну, в принципе, с комфортом, потому что родильные палаты ей существуют. Со своим душем и туалетом. Очень удобно. Вот это вот у нас сбоку здание амбулатории. Это вот поликлиника. Центральной городской нашей больницы. Вот так выглядит поликлиника внутри. Пластиковые окна. Здесь все чистенько. А вот это вот переходы у нас с поликлиники в стационар. Можно пройти. Тоже везде чистенько, везде плиточка. Входим в отделение.
идем. Но я не могу сегодня вообще на ногу встать. Ну и итог прохождения медкомиссии. Значит, цена всего этого удовольствия стоила 2500 рублей. Как правило, работодатели эти суммы оплачивают. И время с 3 мая по 12 мая, 9 дней я ее проходила. Фух, я ее когда на руки получила, да мне поставили печати, я с таким облегчением вздохнула. Конечно, хочется пожелать нашей больнице быть более расторопными в этом деле. А так, конечно, прошла, слава богу.